Хорошо. Народ. Я понял, да, Сергей Сергеевич. Нужно отметить, что американская политическая система довольно дырявая. Если бы там были какие-нибудь пакеты, уже по-любому серьезная газета, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, уже давно бы опубликовала кого коварный план по оранжевой революции. Нет, такого Сергей Сергеевич, подождите, пожалуйста. Ну, так были же расшифровки телефонных разговоров Виктории Нуланд, консультации, какого и на какой пост ставить в украинском правительстве. Была это ее знаменитая фраза на вопрос, там, а что же скажет Европа? Да пошла эта Европа дальше прямым текстом, она это сказала, за что потом официально извинялась. Дипломатическая поддержка это одно, а план ЦРУ, где вы там смещаете, где вы смещаете одних людей, ставите других, понятно, это совсем другие вещи. Все абсолютно имели на 90% внутренние причины, в том числе и сирийская на самом деле. Вы знаете, Абсолютно верно. Революции имели внутренние причины. Активное внешнее вмешательство, это Ливия. Кстати, уничтожив все государственные институты, какие там были, у него даже не было никакого поста, он просто был лидер революции. Потом, когда оказалось, что Каддафи в стране плохо, да, там просто нету государственных институтов, они были все уничтожены. И проблема всех этих лидеров в том, что они уничтожили свое собственное... Давайте к технологиям. Или они недовольны вами, например. Богатых демократических стран. Революции это болотная роща, когда мы жили гораздо более богаты, чем сейчас. Вот у нас революции в богатой демократической стране. Я вам приведу примеры. Хоть одну страну назовите. Сергей Сергеевич, есть президент. Во время выборов 8 ноября я был в Вашингтоне, я был в Бостоне, я был в Нью-Йорке. И что? И я видел всех этих людей. Они выступали против Трампа. Сергей, давайте я вас сейчас заговорю. Помолчите. Я хочу напомнить те кадры, которые... Да. Вот вторая... Сергей Сергеевич, он с места выкрикивает реплики. Я сейчас специально проверил себя, чтобы не ошибиться. Сергей Сергеевич Костяев, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Какого хрена вас там держат? Я не понимаю. Вот просто, вот вы... Нет, когда вы говорите, что... Нет, вы сейчас сказали, что предательства будут. То есть вы работаете потихонечку, готовите... Российские вузы должны учить разным точкам зрения. Цель российских вузов в том, чтобы давать разные точки зрения на политические события. И предавать Родину тоже, да? И поэтому образование должно подавать разные точки зрения. И предавать Родину тоже, да? Вы сказали, что все это будет. Еще раз, Родина не равно Путин. Понимаете, Путин не равно Родина. Я люблю своих родителей, я люблю своих друзей, а я не люблю Путина. О чем вам... Нет, Андрей, я поняла. Может консолидировать население насчет карабахской угрозы, все будет нормально. Да, Сергей Сергеевич, вы что думаете? Я также хотел бы отметить такие страны, как, например, Иран и Пакистан, где довольно бедное население, коррумпированные власти, Сергей которые Сергеевич, не решают Иран проблем нет, там своих другая стран. Система. Уважаемые доценты, я вынужден прервать ваш спор. Потом договорить, время у нас. Для того, чтобы избежать революции, необходимо вкладывать деньги в здравоохранение, в медицину, в образование, а не на войну, как это делает Путин. Угу.